В Саудовской Аравии покушались на наследного принца. Организатора покушения арестовали. На наследного принца Мухаммеда бен Салмана совершено покушение, сообщает иранское информационное агентство Фарс со ссылкой на источники в Эр-Риде. Собеседники агентства указывают, что принц не пострадал, а организатор покушения уже арестован. За возможность занять королевский трон в Саудовской Аравии после ожидаемого ухода короля Салмана бен Абдул-Азиз аль-Сауда в последнее время идет ожесточенная борьба. Иранские журналисты, а нужно отметить, что Иран и королевство саудитов в регионе являются давними соперниками, сообщили о попытке покушения на саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана, который вскоре может возглавить ближневосточную монархию саудитов. Фарс ссылается на источники в арабских странах и неназванного западного дипломата в Эр-Риде. По их сведениям, покушение совершил один из многочисленных саудовских принцев. Имя организатора не называется, детали не приводится, но говорится, что сейчас угрозы жизни кронпринца нет. В прошлом месяце арабская газета «Аль-Рияльюм» со ссылкой на членов королевской семьи сообщала, 82-летний Салман оставит трон в ближайшие 5 месяцев, и первым в очереди на престол является его 31-летний сын. Хотя прежде претендентом называли племянника короля Мухаммеда бен Наефа, стоявшего во главе МВД королевства. После того, как был объявлен новый кронпринц, позиции бен Наефа пошатнулись, и он был помещен под домашний арест. По сведениям арабских СМИ, нынешний король Саудовской Аравии уже записал обращение, в котором вскоре может объявить о передаче власти своему сыну. Напомним, ранее сообщалось, что Daily Telegraph случайно похоронила мужа Елизаветы и принца Уильяма и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы. По материалам сайта newsgra.com.